Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Всем чики-бам! Бонни, смотрим выступление шоу «Америка ищет таланты». Начинаем. Это, ну, Индия, да? Это Индия. Так, мы видим кокосы. Арбузы. А, сначала был круг, да? Я думал, ну, круг типа обозначение духовной силы там. И человек же внутри нее. А сейчас все поменялось. О-о-о! Будет опасно, it's dangerous. Блин, если это не сой. Чтобы он вообще не мог открыть глаза, ну, понятно. Чтобы он даже не посмел открыть глаза. Вот это, в общем, сделано специально для скептиков, чтобы они посмотрели и думали, а вдруг там повязка такая, ну, ерундовая, вдруг я посмотрел, это вниз, тут соль, да, то есть рисково, открывать глаза опасно. Если это вообще соль, может, там вообще что-то опаснее. Ну, прям такой джигит настоящий, знаете, был, кинжалы, да. А, еще сверху какой-то платок, в общем, полное обмундирование. Если такой кувалда по голове прилетит, то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! У меня аж все заболело между ног. Это опасно, это опасно, это опасно. Это, знаете, как фильм «Я плюю на ваши могилы», да, и там вот девушка издевалась над парнями. И я сейчас чувствую то же самое примерно в мысли. Да, мне кажется, что мне уже все там перебили между ног. И сейчас еще дальше пойдет. Ой! Блин, а еще звук кокосов, да, как они лопаются, это все еще дополняет. Ты как надеваешь VR-очки, да, и если тебя там избивают. И примерно ты то же самое ощущаешь. А, черт! Впервые, мне кажется, Саймона раскололи, и что он даже не может это смотреть. Знаете, то, что в России Саймона считают тоже там, непоколебимым человеком. Таким строгим, да, и, но здесь он сломался. Видите, он еще бьет куда-то по полу, да, тем еще больше наводит ужаса. То есть зритель понимает, что, блин, он вообще, блин, он точно не видит. В общем, напряжение растет, саспенс, это даже не саспенс, тут просто уже все, фильм ужасов. Там он бьет специально, чтобы спокойно идти дальше. Быстрее! Мам! У меня аж мурашки пошли. Это... Hey, YouTube, само шоу, возможно, их не возьмет дальше. Вот как раз из-за того, что очень опасно. Ну и чтобы... Хотя, мне кажется, там подписывают все равно какие-то там документы, да? Например, чтобы ответственность лежала именно на участниках. Но, блин, это было жестко. Книжку сейчас почти дочитал. Чичикору.
Ну, это тоже, да, они все там, люди с закрытыми глазами, все время живут с закрытыми глазами, и они чисто на слух ориентируются. Поэтому они разными там способами, да, определяют местность, да, там. То есть они там делают какие-то свои пометки. Вот видите, он тут бил по пустому месту, да, чтобы как-то ходить по полю, да, то есть как-то ориентироваться. То есть он специально бил. Но это все равно очень жестко. Пока.